традиционные какие-то приветы, потому что знаю, что смотрят. Ну, во-первых, даже привет в зал. Все-таки выяснилось, что харьковчане здесь, они там хитро скрываются, скрывались. Привет от Сергея Филатова из Харькова и еще от двоих товарищей из Калининграда, который Литвинов, который Дмитриев, но не совсем Дмитриев. Вот. Привет моим близким и любимым. В Минске, даже в Нью-Йорк. Денис повнимательнее там. Это фраза моего друга генерала Черняева, он все время когда говорит, повнимательнее там, пополнее. Но я всегда говорю, что концерт на день рождения, мы помним, что Карлсон сказал, чем хуже этот день, чем тогда. Это единственное выступление, когда я могу все-таки позволить себе какие-то лирические песни. Я, наверное, все-таки второе отделение решил в основном сделать гражданским. Я думаю, вы меня не обессудьте, не обессудите. Ни в коем случае. Вот. Хотя я, конечно, понимаю, что все равно мы вернемся к лицу. Куда не денешься. Вот. А, еще хотел сказать, ну, может быть, для москвичей это не самая главная новость. Хотя, ну, ко мне приезжают на концерты из разных городов, сегодня в том числе и из Питера. Почему из Москвы в Питер не съездить? Наконец-то долгожданное событие все-таки намечается, оно должно было случиться еще год назад. Наше гнездо глухаря замечательное превращается в сеть, как крошка, картошка или Макдональдс. Но теперь будет гнездо глухаря в Питере. Оно открывается в начале октября, и даже, я бы сказал, знаковое место. Я не знаю, как оно называется, но я посмотрел по схеме. Просто у меня, вот я учился в Питере в военном училище, и все названия остались с той поры. Это была набережная Робеспьера. Сейчас она называется по-другому. И там корпуса моего училища, и сейчас он там военный инженерно-технический университет. Но все там, и где-то там гнездо глухаря открывается. С той стороны тюрьма. Ну, знаменитые кресты, сейчас там музей, насколько я знаю, уже закрыли. Вот, то есть музей теперь там, это, наверное, самое известное заведение. И финляндский вокзал с Ильичом, значит, там на броневике. Это мне сразу вспоминается, партполитработа был у нас такой предмет в училище, когда у нас один курсант в нашем взводе волнуется на экзамене и говорит, а у него вопрос был про апрельские тезисы. Ну, кто постарше, с коммунистическим прошлым, как и у меня, не знают, что это такое, Владимир Ильич Ленин. Это он, в апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин на паровозе прибыл на финляндский вокзал, где выступил с броненосца Потемки. Ну, там броневик был. Вот, ну ладно, это все так, история. Когда по жизни штир, дрянь, тоска в фаворе, когда на многое миль, волнения нет на море, то лучше утонуть. И я желаю света, чтобы ветер начал дуть, и в море волны девятой, чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умела в морях дружить с ветрами и в жизни штормовой. Всегда везло по камне, и ангел мой со мной. Вот обойти бы ко мне, и ангел мой со мной. Вот обойти бы ко мне. Друзей бы не терять, пусть их минуют беды. И если уж стрелять, то в небо в честь в победы. Дай бог смертельный шквал, на айсберг не наткнуться, пройти девятый вал, свой порт домой вернуться, чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами и в жизни штормовой. Всегда везло по камне, и ангел мой со мной. Вот обойти бы ко мне, и ангел мой со мной. Вот обойти бы ко мне. Да-д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 а
Чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умела в морях дружить с ветрами и в жизни штормовой. Всегда везло по камне, и ангел мой со мной подойти бы ко мне. И ангел мой со мной подойти бы ко мне. Я иногда песни называю по-разному. Для меня вот эта песня, которую я сейчас спел, я ее называю песня про быка. Вот обойти быка. Мне. Так же, как есть песня про Минск, там на небе туч, каре, тучка, ре. Или ми. В общем, как бы всякое бывает. Ладно. Завтра еду с утра рано утром, мы же в Нижний Новгород, потому что там живет моя мама, и вчера у нее был день рождения. Она одна уже, к сожалению. И вчера не мог я туда попасть, но она меня, конечно, понимает. Она сама в прошлом очень много выступала, играла на гитаре, пела, и сейчас может еще, в принципе, так, в общем, выдать. 86 лет, так, на всякий случай. Это просто следующая песня, она старая, я ее редко очень пою. Это такие детские воспоминания. Я помню, вот в Казахстане батя служил, это начало 70-х годов. И какой-нибудь праздник. А городки вот эти, которые, тем более, это вот там МБ-5, это очень такое замкнутое место, полигон такой полусекретный в то время, или совсем секретный. Все друг друга знают, есть какие-то такие ключевые личности, к которым относилась моя мама. И вот я что-то помню, в детстве запомнил, начальник гарнизона был такой генерал Ващенко, он такой: «Симона, ты опять вчера водила народ тут с гитарой по городку пели». Вот, и мама действительно пела песни, ну их все называли цыганские, они не совсем цыганские, это Петр Лещенко, я думаю, многие знают, кто, что это было за личность и кто это был, действительно, ну, великий музыкант, певец с очень сложной судьбой, и мама пела его песни, ну, в числе его прочих, даже Высоцкого пела, если вдруг оказался вдруг там, и Вертинского пела. На гитаре она играла очень просто, семиструнной, ну так, насколько научилась. Но я всегда говорю, что голос у моей мамы показателем, наверное, является то, что она коренная ленинградка, она блокаду пережила, и 18 лет она пела в капелле имени Глинги. Есть такое заведение было, не знаю, осталась она сейчас или нет, честно говоря, в Питере. Вот, ну вот такая песня когда-то у меня родилась, потому что вот эти, опять же, детские воспоминания, когда папа возвращается из командировки, а они приезжают с группой товарищей, офицеры там все, и они могли просто в ночью в дом ворваться, у мамы всегда был стол, естественно, гитара, я там просыпался и понимал, папа вернулся. Мне часто снится ночами детства, я просыпаюсь, полуночи маюсь, и мне не спится. Во сне нет скуки, гудит застолье. Мужчины, дамы взять просят маму гитару в руки. Семь струн, как кони, вдруг встрепенутся, играет мама, глаза смеются, как бы хотел я туда вернуться. Мама, возьми гитару и залихватски сыграй тот старый напев цыганский. Мама, мне чуть согреться, согрей мне душу, я буду слушать и вспомню детство. Вдохновенье, твой голос льется, и все застыли,
и рты раскрыли от восхищения. Глубокой ночью романс цыганский. Все подпевают, хоть плохо знают, и сердце в клочья. И не могу я никак привыкнуть, что лишь во сне все могло возникнуть. Во сне глубоком хочу я крикнуть: мама, возьми гитару и залихватски сыграй тот старый напев цыганский. Мама, мне чуть согреться, согрей мне душу, я буду слушать и вспомню детство. Годы птицы летят упрямо, но знаешь, мама, устал я, видно. По жизни прямо иду с гитарой, а мне мешают, в меня стреляют, да я ж упрямый. Видать, судьба моя, какая я, не осколю и не рыдаю, шесть струн ушу и напеваю: мама, возьми гитару и залихватски сыграй тот старый напев цыганский. Мама, мне чуть согреться, согрей мне душу, я буду слушать и вспомню детство. Веселые вольные толпою, цыгане табором идут, и там тари-тари-тари-тари-тари-тари-тари. Ну, это была очень популярная песня в исполнении моей мамы. Ну, конечно, следующая песня тогда. Батя, здравствуй. Не верится ей Богу, но вернулся я за пределы дома. Батя, здравствуй. Устал я за дорогу, и не спрашивай пока что ни о чем. Батя, здравствуй. Был долгим год, как на войне, 3-1, но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, а фразы все потом. Заставим сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Ах, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела, дожив пока, и не болят еще бока, иду, как прежде, прямо напролом. А жизнь стремительно бежит, и как цыганка ворожит. Но клянусь, пожалуй, и я потом. Проблема есть, когда их нет. Не стал пока не милым свет, хотя порой трясет, но лишь слегка. На своя вытянул билеты, с ним по жизни столько лет. По жизни еду, бог с ним, а пока. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Ах, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй. Года свое клешнёй берут, и ты еще чуть-чуть, но постарел. Батя, здравствуй. И пусть календари не врут, твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я наяву, а не во сне, увидеть поскорей тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне. Я год спустя, но все же прилетел.
утром сядем мы с столом покрепче, что-нибудь нальем от батя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет весь мир вокруг, перевернет, развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, воюю даже не во сне, покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то спину гнул и лямку 30 лет тянул, а я теперь вот так же, как и ты, стараюсь как правду говорить, не убивать и честно жить, как с мамой научили вы меня. И звезд не хапаю с небес, и в грязь пока еще не влез, живу как все, деньгами не звеня. За старым сядем мы столом покрепче, что-нибудь нальем, батя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет весь мир вокруг, перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, батя. Так не хочу уезжать и не разжать пожатие руки. Счастливо, батя. Ты молодцом, и так держать. Вот только, батя, маму береги. Счастливо, батя. Не сильно верю я судьбе, но верю, я вернусь в родимый дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом. Саша, я вспомнил, что я должен был здесь это самое, звук поправить, поэтому я его поправлю. А пока представлю моего замечательного друга, это звук. А звук это, я не знаю, я всегда говорю, 99% успеха на концерте. Александр Пахомов, вот там он там. Не моя песня, я как-то традиционно на своих днях рождения пою. Может быть, в том числе, что потому что у моего друга Максима Кучеренко 26 июля тоже день рождения. Макс Кучеренко — это группа Underwood. Хотя песня не его, а песня, опять же, еще одного Янко, Владимира Ткаченко. Вот, но это из моих любимых песен. Передо мной портрет мужчины средних лет. Когда он чокается с зеркалом, оно кричит в ответ: скажи мне, если не секрет, чего ты ждешь? Горячий, как воск, холодный, как ртуть, мы поменяемся местами с тобой когда-нибудь, скажи мне, только не забудь, чего ты ждешь? Мы некто и никто, и мысли шапито, и все стоит в прихожей вешалка. На вешалке пальто, скажи мне, я же все о том, чего ты ждешь? И кофе по утрам, и писем больше нет. Мы заживем с тобой, как раны, забудем этот бред, скажи мне. Мы же та-та-та-та. Чего ты ждешь? Живешь без берегов, без музыки и слов, и стал до неба путь короче, и тверже стала кровь, скажи мне, это же любовь. Чего ты ждешь? И если не таков, и к черту и коря, так покажи в календаре мне день прожитый не зря. Скажи мне, в листьях ноября, чего ты ждешь?
Не знаю, почему-то песня близкая мне по духу. Может, потому что я мужчина средних лет. Или возвращаясь к Карлсону в самом рассвете сил и так далее. Следующая песня, ну это уже пойдут ночные песни традиционные. Меня всегда удивляло, когда, кстати... Обычно там записка лежит с просьбой спеть песню для спецназа ФСБ. И это именно эта песня. Я до сих пор не пойму, почему, с чем она, и с чем это связано, но тем не менее, специально для спецназа. Ну, там ЦСН, Центр специального назначения ФСБ. Разговор не клеился, и ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом прикинулась мечом, а мы болтали шепотом, все как-то ни о чем. А мы болтали шепотом вдвоем. Подмигивал светильничек, и чайничек шипел, дотикал в такт будильничек, и я про что-то пел. Огром далеким рокотом напоминала весна. Мы танцевали шепотом уже не допоздна. Мы танцевали шепотом уже. Уже почти полтретьего, а сон не для двоих. Ах, нам бы лучше третьего и точно на троих. К рассвету кто-то стопотом по лестнице сбежал. Мы целовались шепотом, и дождь. А стрелки время мерили, летел за часом час, и мы почти поверили, получится у нас. Узнать бы как-то, что потом, и вечное когда. А мы прощались шепотом, наверно, навсегда. А мы прощались шепотом, наверно. Браво! Спасибо. Осень настала. Барабанит дождь по крышам, мечтают стать морями лужи, и воду всю на землю выжив, по небу тучи ветер кружит, темно за окнами ненастье, а мне здесь светит спон 100 Гц. Мне дождь печаль все смоет сердце, и значит он сегодня счастью. Осень и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать. А мне весна ночами снится. По паркам ветер листья носит, недели тянутся резины, и пес голодный булку просит, когда иду из магазина. Его так съежила погода, как я продрог жестоко, и как ему мне одиноко, видать, такое время года. Осень и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякоть,
и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. Та-ра-ра, та-ра-ра-ран, та-ра-ра. Мечтаю в душе избавиться от стужи, а я мечтаю улыбнуться и, может, даже рассмеяться, не превратиться ближе, бояться. Мечтаю я к себе вернуться. Осень, и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в миграции все птицы. Все восемь дней в неделю слякоть, и небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. Ночью ехал сюда, ну, не сегодня, а пару дней назад, потому что потом дальше полетел в Воронеж. Есть такая песня. Именно вот эти поездки, наверное, навевали в свое время. И почему-то основное время передвижения – ночь. Задумчиво мотор гудит, я жму педаль, и холодно луна глядит куда-то вдаль, что буду зря толочь, мне ночи не помочь. И по шоссе я еду прочь, и я еду в ночь. Пусть на душе моей мороза мне хватит сил, вся жизнь моя в дуге за нос и снос оси. Я за столько лет не улетел в Кювет, всегда давил на газ в ответ и дальний свет. Ведь где-то далеко, наверное, ждут меня всегда, а значит, все не так уж скверно, горе не беда. Пусть ждут меня на чуть-чуть, значит, легок путь. И я нынче уезжаю прочь, я еду в ночь. Мотора рокот, как напев, звучит года. Запомнить не успев, меняю города. И пусть мне карты в рот, я знаю свой маршрут. Надежда с верой не умрут, пока нас ждут. Ночной дорогой я несусь, покоя нет. А тех, кто в лоб, я не боюсь, лишь слепит свет. И вновь в который раз не отведу я глаз. Но если в жизни любят нас, дави на газ. Ведь где-то далеко, наверное, ждут меня всегда, а значит, все не так уж скверно, горе не беда. Пусть ждут меня чуть-чуть, а значит, легок путь. Я нынче уже прочь, я еду в ночь. Ведь где-то далеко, наверное, ждут меня всегда,
все не так уж скверно, горе не беда. Пусть ждут меня чуть-чуть, а значит легок путь. Я нынче уже прочь, я еду в ночь, я еду в ночь. Ночь вообще, это у меня диск первый назывался. Ночь — такое время года. Приходит ночь, слегка раскрыв на небе черный звездный зонт, и солнце к вечеру остыв мечом летит за горизонт. А я на кухне сел на стул, погашен свет, пылает газ, и слава богу, мир уснул, и мне не надо прятать глаз. Меня хандра в свой плен захватит, я пятый угол здесь ищу, я сам себя за все прощу, и сигарет мне на ночь хватит. Сигарет мне на ночь хватит. Та-да-да-да-да-та-да-та-да-да. Рогатый месяц за окном прицеплен как-то не с руки, а я усну, наверное, днем. Вот есть-то на свете ж дураки. Квадраты окон не горят, покой твердо ночь хранит, лишь я курю, вдыхаю яд, а город буднично храпит. А за бессонницу не платят, мне часовым стоять черед. Надежда есть, рассвет придет, и сигарет мне на ночь хватит. Сигарет мне на ночь хватит. Та-да-да-да-да-та-дам. Та-та-дам-та-да-да. А за окном мужик с пьяна идет по луже смело вброд. Его, наверное, ждет жена, ведь же ждет здесь только кот. Со мной он рядом мирно спит, мурлыча видит пятый сон. Кастрюлька мяса, и он сыт, и молока почти бетон. С пепелком, а за окном, встречая осень, поют ветра и листья носят, и кот на кухне что-то просит. Детских, а помню, я, наверное, в училище учился, любил спать на балконе в Чернигове, на Украине. И вот помню, как-то ночью так раз, что-то не спится, проснулся, раз так выглянул,
И такой мужик по луже так перемещается на коленках. И вот это, ну, наверное, а песня была написана гораздо позже, но вот видно, эта картина так засела. То есть он там где-то луну, значит, внизу видел. Следующая песенка, она называется «По законам Мерфи». Я помню, в свое время меня очень впечатлили эти законы. Там когда главная фраза «Улыбайся, завтра будет хуже». Вот. И там такой, ну, есть такая целая книга, если кому-то не лень, можете найти. Не знаю, сейчас она есть или нет, но когда-то было давно, у меня так... Если дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже. Там третий закон Чисхолма. Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили. Если вы вкручиваете 16 болтов, значит, в задвижку, то выяснится, что 16-го болта нет. Если вы их обратно вывернули, то окажется, что опять он там есть. Ну, в общем, это просто потрясающая вещь. Ну, когда-то, наверное, я начитался, и такая песня появилась. Дорогам, городам, по стране, там даже где пути никто не знает. Как бродячий артист на ветру, осенний лист, ветерок по жизни все болтает. Передряги и долги, и кнуты, и пироги, сто проблем или больше, я не знаю. Жизнь так нежно, горячо, по затылку бьет ключом, но я под нос все напиваю. Если лихо и беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Если в жизни все окей, нет врагов, 100 друзей, так не может быть, хоть застрелиться. И если мне в глаза не врут, хорошо дела идут, значит скоро что-нибудь случится. И если солнце яркий свет, точно нет и близко нет, значит я чего-то не заметил. Ну а если я упал, если кто-то локтем дал, значит все в порядке на планете. И если лихо и беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Если много-много лет не обгорел зеленый свет, я, наверное, умер бы от скуки. Проклят, может быть, судьбой, и лежал бы я в гробу, если кто-то не ломал мне руки. Если кто-то от души на меня точил ножи, или для меня копал бы яму, то тогда б я точно знал, что пока что не провал, что еще могу идти прямо. Если лихо и беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Если лихо и беда, если хуже некуда, значит скоро будет еще хуже. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Только, честно говоря, неприятности моря, это не моря, а только лужи. Ну, я поэтому желаю всем, что вот это все, это были просто бы лужи. Люблю иногда на концертах почитать своего любимого. Почитаю. Это Михаил Михайлович Жванецкий. Я когда-то тут, по-моему, читал эту штуку. Это из моих любимых. И я понимаю, что Михаил Михайлович попытаться сделать так, как это он делает, это не, ну, нереально. У него все равно будет лучше. И у него в любом случае будет лучше. Но я это его вот... Я считаю, это просто гениальная штука. Я ее читаю, как представлял бы себе, как это делает мой тоже любимый сатирик из Питера, Семен Теодорович Альтов. Я понимаю, что, конечно, он бы этого не делал, потому что у него своих хватает рассказов. Ну, как-то вот, когда я слушал Жванецкого, я что-то себе представлял, как это делает Альтов. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте.
Потом выскочил. Граждане, отвертка есть? Нет, пассажиры называются. Бросился обратно. Из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники. Побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. «Граждане пассажиры, я командир корабля, не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос, кто-нибудь может посадить самолет?» «А попробовать нет желающих. Может быть, кто-нибудь видел, как это делают? А стюардессой кто-нибудь работал? А санитаром?» «Странные у нас сегодня пассажиры». «Ладно, не волнуйтесь. А, вот это, может, у кого-нибудь компас есть? Ну, или карта этого маршрута? Ну, хотя бы автомобильных дорог, а дорогу наизусть никто не знает. Чего же вы приперлись, извините?» Его сзади затягивают в кабину. «Да нет, я просто выразил удивление, как они такие неподготовленные». Снова высунулся командир. «А простая бельевая веревка у кого-нибудь есть?» «Нет, галстук не подойдет, длина не та. Что за пассажиры? Как можно быть такими безалаберными? Зоя, иди поговори с ними». Вышла расстроенная стюардесса. Заметила пассажиров. «А вы все куда летите?» «В Новосибирск». «Так это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю?» «Только один кто-то». Из хвоста вылетел второй пилот. «Клейкую ленту дайте, быстро». Из хвоста донеслись удары. «На меня давай, еще, бей сюда». В салоне потух свет. Снова выскочил пилот. «Пассажиры, свечи нет, лампада, фонарь, ну хотя бы керосиновый, а спички, зубочистка». «Давай зубочистку». «Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется, ты вообще к полету не готов, иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться, только без паники, в кабине все слышно». Полная тишина. «Хоть бы один прибор, а черт! Дайте мне обыкновенную сапожную щетку, заколку для волос. Вот, скрепка, давай. О, чудо, подошла, как раз. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона, первые два, суки, не сработали. Только не кричать мне, пойте что-нибудь. Сейчас, так, руку отпусти. Держи меня, поддерживай, так, вот эту педаль. Давай, вместе жмем, так, левую, хорошо, есть. Бога душу, мать, три креста, все, сели, поздравляю, сейчас глянем, что за город». Пассажиры: «Воронеж». Пилот: «Ну хотя бы». Полет, богом мать, окончен. Экипаж благодарит вас за то, что вы воспользовались нашей авиакомпанией. Да, я вот у меня как-то что-нибудь съели, ну хотя бы. Был бы бизнес-леди блюз. Ее разбудит кошка на рассвете. Остатки сновидения смоет душ. На завтрак легкий йогурт по диете. И быстренько помада, пудра, тушь. Посуду бьют за стенкой у соседей. Привычно ссорятся, шумят. Из зеркала посмотрит бизнес-леди. Ей кошка на прощание скажет мяу. И кошка на прощание скажет мяу. Та-да-да-да-там. Та-да-да-да-да-там. Работа, офис, шум, переговоры, завистливые взгляды, хуже пули. Но тикают часы, погаснут споры, день за спиной, и ей пора за руль. Она неплохо ездит на машине. Только где запаска не найдет. Да, впрочем, есть для этого мужчина. А дома ее только кошка ждет. И дома одиноко кошка ждет. Та-да-та-да-там. Па-па-па-па-па-пам. Та-д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 а
Она читает караван истории, как способ вечер как-нибудь убить. Не очень верит в эти все love story и в песню, что любовь нельзя купить. В шкафу висят оружие, наряды, она их может на ночь полистать. Окошко скажет «Мур» и лежит рядом, мол, день прошел, пора хозяйка спать. Дождь за окном, пора хозяйка спать. Па-па-па-па-па-пам, 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 па-па-па-па-па-пам. Секунды превращаются в недели, и жизнь напоминает бизнес-план. Расставлены приоритет на цели, и если что, то маленький обман. Она без сожаления позволяет, ведь глупо доверять себя судьбе. Идет по жизни, будто бы гуляет, как кошка, что сама и по себе. Как кошка, что сама и по себе. Та-ра-та-ра-та. Та-та-та-та-ра-та. Та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та. Па-па-па-па-па-пам. Зигзаги в личной жизни и карьере когда-нибудь пройдут и сразу к дамке. Ну а пока в своем стеклянном замке она одна, и кошка в интерьере. Одна, и только кошка в интерьере. Та-да-да, та-да-да. Та-да-да, та-да-да. Та-да-да, та-да-да. Мой бывший командир в свое время, когда услышал эту песню, так он даже в очках, он так раз и говорит: «Да что за психологический портрет одиноких женщин, Анисимов, что с тобой?» Песня, которая когда-то, с которой я стал лауреатом туристической песни, фестиваль был такой, в лесу проходил под Гродно. Я, собственно говоря, как бы и не собирался там участвовать в качестве какого-то конкурсанта и так далее, просто ее там спел, это было очень-очень-очень давно. Ну, и потом вдруг мне объявляют вот диплом. Никогда не думал, что эта песня может, что ее можно ассоциировать с туризмом. Хочу как Винни-Пухом быть, медведем, и друга пятачка иметь, и хватит. Мы с ним дремучий лес уедем, а за проезд уж как-нибудь заплатим. Устал я жить по ритму буги-вуги, когда с огня да в полымя бросают. Медвежьи надоели мне услуги, уж лучше пчелы пусть меня кусают. Пусть жалят меня пчелы и кусают. Медведям быть, наверное, попроще, проблемы их другие по природе. Бродил бы косолапая по роще, мечтал бы в крайнем случае о меде. Я ел бы мед, сгущенку и без хлеба, и выбросил бы все ножи и вилки. И было бы мое цветочек неба, а в голове счастливые опилки. И было бы мое цветочек неба. Наверное, заболел я каждый вечер, мечтаю в эту сказку я ворваться. Никто меня
пожалуй, не излечит. Ни доктор Эйполит, ни доктор Ватсон. Мне солнышко лесное только нужно, и от костра тепла бы мне хватило. А ночью по медвежьей крепкой дружбе большая бы мне медведица светила. Светила бы по медвежьей нашей дружбе. Хочу как Винни-Пухом быть медведем и друга Пятачка иметь, и хватит. Мы вместе с ним в дремучий лес уедем, и за проезд уж как-нибудь заплатим. Нас жизнь ключом в затылок не ударит, в природе, как ни странно, нету фальши. Мне синий шарик Пятачок подарит, как тучка на нем куда подальше. Мне синий шарик Пятачок подарит, и я на нем как тучка лишь подальше. Однажды, я помню, меня приглашали в госпиталь космических сил, который у нас в Краснознаменске. И начали госпиталь, ну, надо же песню какую-то про врачей спеть. Я с другом разговаривал, говорю, ну, у меня же нет ничего про... Как это нет? У тебя эта самая песня там «Не доктор Айболит, не доктор Ватсон». Это, говорит, про врачей. Да. Так же, как когда-то... В Геленджике, помню, на гидроавиасалоне подходит дама одна, она метеоролог штатный КБ Бериева. И она говорит, ну вы-то про нас, про метеорологов споете тут песню на своем концерте? Или у меня нет, ну как это нет? Метеорологи всерьез нам обещаниями врут. Каждый видит что-то свое в песнях, даже буквально одна фраза из всего этого массива. И оказывается, что это песня про метеоролога, а не про лечащего. Кстати, о метеорологах. А Минск озяб совсем, дожди который день. Наверное, солнцу лень светить нам всем. Зачем? Зачем светить, когда привыкли все к дождю, а я все солнце жду. Ведь я б тогда, тогда, да что мечтать? Вода размыла нас, как грунт, и лихо целый фунт. Вот это да, беда. И покати шаром, как пусто во дворе, на небе туч каре висит сплошным шатром. Над Минском снова гром и капля стекло, но сохранит мой дом ушедших дней тепло. Не росчерком гроза, а тех, кто их бит, напомнит лишь роса. Ведь поутру роса. О чем-то своем, и плачет дождь навзрыд, все слезы льет и льет,
а в небе самолет. Аэропорт закрыт. Не знает бы, что страшнее. Грозы, смертельный жар. Или когда удар еще таится в ней. Мы все погоды ждем, а город весь промок, как будто на замок закрыт навек дождем. Над Минском снова гром и капля стеклом. Но сохранит мой дом ушедший в ней тепло. И пусть опять грозит мне росчерком гроза, а тех, кто ее убит, напомнит лишь раса. Ведь поутру роса. Спасибо. Просили спеть вот эту песню. У меня с ней тоже такие определенные воспоминания комичные. Что еще мог Мелентик написать? Хорошо, что ты есть на свете, даже если рядом, а где-то мы вместе. На этой планете это значит, что снова лето, и насвисточий лед растаял, и осколки его уплыли, а я в церкви свечу поставил, чтобы беды тебя обходили. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России, в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Глаза твои вряд ли заметят, что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете, вот бы только хранил тебя Боже. Вот бы только ты чуть улыбнулась, как ни странно, случится вдруг это. И чуть-чуть, на мой взгляд, встрепенулась. Значит ли это опять? Значит ли это? И зима мне только приснилась, снега нет, он в России, в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Опять же, возвращаясь к тому, что с каждой песней что-то связано, я нередко бываю в Благовещенске, выступаю, там очень близкие-близкие друзья, а там упрощенная граница с Китаем. И вот я помню, у меня с этой границей постоянно какие-то проблемы, какие-то истории. И вот помню, я такой с белорусским паспортом, такой раз, и китайский пограничник. Беларусь. Беларусь. Это где? Я так. Россию знаешь? Знаю. Польшу знаешь? Знаю. Это между ними. А. И он такой, я говорю... А у нас в телевизоре говорят, что Китай наш стратегический партнер. А другая история была, помню, с пограничниками, конечно, связана с нашими уже российскими. Когда увидели моих 8 штампов сирийских, девушка зависла,
И, в общем, 40 минут я провел на нашем, с нашей стороны. И как я и не объяснял, говорю, послушайте, вы посмотрите штамп выхода. Аэродром Чкаловский. Оттуда террористы не летают. Вот. Надо улыбаться. Все же улыбнусь. Пусть на свете все несовершенно. Воланд Иисус к нам приходит как-то переменно. Хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает зонт. Над землей ночь, как надзиратель, день закончил круг. Я уснула по глупому мечтая, мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был. Словно по весне было синим и бездонным небо. Крепко обнимал и носил меня веселый ветер. А с земли во след смеялись дети. Так вот и живем. Ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем. А потом удачу пропиваем, а мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле. Вверх закон Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был. Словно по весне было синим и бездонным небо. Крепко обнимал носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Крылья за спиной, только лишь у ангелов бывают, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывают, мне бы улететь. В край, где постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете? Я летал во сне над землею, где я только не был. Словно по весне было синим и бездонным небо. Крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Та-да-да-да-да, 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 та-да-да-да. Светит сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, и с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок размером с кухню. Газ под кофе не потухнет, где-то гром печально пухнет. Видно, тоже одинок, строго тикает будильник. Сам себе собутыльник, поживет, моргнув светильник.
и раздастся в дверь звонок. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную неводу. А в душе моей по сходу далеко, а далеко на ночь. Такое время года, ночь, такое время года. Ой, руку свело. Честно говоря, давно такого не было. Рюмка водки, сигареты, хлеб холодные, котлеты, и сердца у нас согреты. То ли дружбой, то ли спиртным, но душа моя раздета и летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туман и дым. Я, наверное, спел 100 песен, раз уж мы сегодня вместе. Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать. Но стучат соседи свыше в батарею, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьет прозрачную не воду. А в душе моей по сходу далеко, а далеко до ночь. Такое время года, ночь, такое время года. Прозвенел давно будильник, опустел мой холодильник, в горле будто бы напильник. Мне не скоро петь, теперь солнце видно, встать запойло. И сжимает боль затылок, строй осушенных бутылок. И уже закрыта дверь. Осень, вечер, ветер, тучи, в доме свет опять отключен. И луны озявшие лучи, рубка светит сквозь ветра. Одиноко, хмуро, скучно, от души упрятан ключик. И с собой мир заключен ненадолго до утра. Ночь, такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную и воду. А в душе моей по сходу то ли кома, то ли года. Ночь, такое время года, ночь, такое время года, ночь, такое время года, что не глядя на погоду, гости дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду, а в душе моей по сходу далеко, а далеко до ночь, такое время года, ночь, такое время года. Не-не-не, нормально. Можно по земле ходить и не спорить, и полить, считая километры. Ну а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себя и здравствуй, небо. В небе опираюсь я на воздух, каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю, с шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет, стонут лонжероны и нервюры. На петле мне ветер подпевает, небеса с землей перевернутся. Возмущенный воздух пусть болтает, главное не в горизонт вернуться. Каждый день по жизни как на фронте, впрочем, я совсем не унываю,
с шариком по центру. В горизонте с песенкой по небу я летаю, с шариком по центру. В горизонте с песенкой по небу я летаю. Пусть туман повиснет на полгода, слякоть или дождь, я не тоскую. Летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, я рискую. Я потом на свете все до краю, за мгновение те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю, и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю, и летаю в трех координатах. Па-па-пам, па-пам. Па-па-пам, па-па-пам. Как один по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Еще из любимого почитаем. Как раз вот рука отдохнет. Кто написал, не знаю, но это потрясающе. Мне очень нравится. Оно, собственно, и начинается со слова «это потрясающе». Нестационарная аэродинамика баллистического полета. Это потрясающе, удивился малыш, когда Карлсон влетел в окно его комнаты. Одного не пойму, ведь ты летел с положительным тангажом. Чего? Карлсон открыл рот от неожиданности и чуть не поперхнулся. Ну, ты летел головой вверх, слегка наклонившись вперед. При этом пропеллер должен был тянуть тебя вверх и назад. Почему же ты летел вперед, а не назад? А можно посмотреть твой пропеллер? Конечно, сказал Карлсон и развернулся. С ума сойти, я так и думал, сказал малыш, отсмотрев пропеллер. Ну что, хороший пропеллер? Гордо спросил Карлсон. «Так я и думал, что это не пропеллер», — сказал малыш. «Пропеллер не мог бы так работать, потому что твоя спина экранировала бы остальной поток воздуха, и вся энергия растрачивалась бы на создание турбулентности». «Эй, ты чего?» — Карлсон надулся. «Это лучший в мире пропеллер». «Не сердись, Карлсон, это замечательный пропеллер», — поспешно сказал малыш. «Только это не совсем пропеллер. У него очень интересная система перекоса лопастей. Вектор тяги лежит в плоскости вращения, а точка приложения силы смещена влево. Таким образом, подъемная сила направлена от ног к голове вдоль спины, а не перпендикулярно, как я вначале подумал, а точка приложения силы смещена влево, потому что она действует на те лопасти, которые в данный момент двигаются вниз». «Ты обалдел, чего ругаешься?» – обиделся Карлсон. «Тоже мне специалист нашелся». «Ну, конечно, малыш хлопнул себя по лбу. Я-то пытался мысленно построить механику твоего полета через укороченное действие, используя лагранжевую механику. Но, похоже, гамильтонов подход здесь будет гораздо нагляднее. Главное – суметь записать гамильтониан, а дальше… «Ты, кажется, совсем собрался рассказывать мне сказку», — снова надулся Карлсон. «Ну вот, ты опять обиделся», — огорченно сказал малыш. «Просто мне кажется, что такой пропеллер, как у тебя, неизбежно вызовет дополнительный вращающий момент. У тебя же нет хвостового винта, как у вертолета. И тебя будет уводить в сторону по курсу. Я никак не могу понять, как ты компенсируешь этот момент. Он должен разворачивать тебя, и в какой-то момент ты неизбежно свалишься в штопор». Карлсон в бешенстве надавил кнопку на животе и стремительно вылетел из комнаты. «Постой, я понял, я все понял!» — воскликнул малыш, бросаясь к окну. Карлсон заложил крутой вираж и повернул обратно. «Ну, что ты понял?» — спросил Карлсон, бухнувшись на диван. «Что гостей надо кормить вареньем и развлекать, а не нести всякую чепуху». «Я понял, как ты компенсируешь это вращение!» — крикнул малыш. «Ты в полете все время махаешь рукой. На эту выставленную в сторону ладонь давит поток воздуха и борется с вращением. Чтобы лететь, ты должен все время махать рукой». Карлсон снова разозлился. «Опять ты за свое», — мрачно сказал он. «Ничего я никому не должен. Я махаю всем рукой и кричу: эге-гей, потому что я веселый и приветливый мужчина в самом расцвете сил. Но таким занудом, как ты, я теперь даже махать рукой не буду». «Если моя теория верна», — начал было малыш, но Карлсон уже вылетел в окно. Малыш увидел, как Карлсон, набирая скорость, рефлекторно дернул правой рукой, но сдержался. Тут его повело в сторону. Он попытался выправиться и снова чуть не махнул правой рукой, но немедленно схватил ее левой и прижал к туловищу. Карлсона повело сильнее и внезапно развернуло боком к направлению полета. Он сдался и отчаянно замахал рукой, но было поздно. Поток воздуха перевернул его, и беспорядочно кувыркаясь, Карлсон полетел вниз. «Сука!» Донесся до малыша крик Карлсона. И малыш увидел, как тот на полной скорости врезался в бетонный столб. Малыш вздохнул и вернулся к книжке. Но ему опять не дали спокойно почитать.
«Малыш!» – раздался голос папы. Мальчик обернулся. «Малыш, это ты брал гидродинамику Ландау и Лившица?» – мягко спросил папа, входя в комнату. Она стояла на полке и закрывала собой пятно на обоях, а теперь ее там нет. «Это я. Я положил ее на тумбочку», – прошептал малыш. «Мне было не дотянуться, чтобы поставить ее обратно на полку». «Малыш, малыш!» – папа ласково потрепал мальчик по щеке и вышел из комнаты. Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500. Эскимо, я же говорил на карте, но сегодня вернемся. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и гражить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложи, мультик прет. Вряд ли вы меня поймете, но хотелось жить в полете. И с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Полетели. Вертолет. Вертолетик. Каменками месим, как малыш и Карлсон вместе, разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут. Ждут. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Плохие книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто да с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать нет там. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мама дружно. Под огнем свой танец кружит, он герой, я им горжусь. Грозно. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. Мы полжизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись столько мест. Друг из детства, тот волшебник, прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте, в детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускаем? Yeah.
Исключением из правил улететь.
мечтать, чтоб любить, летать и успеть спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда, а винта сумеешь. Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь не сложно улетать. Главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью вернется главная мечта. И крылья они дадут любовь твою убить. Знаешь, это не поможет бить. Главное любить. Слезы в вышине, время не во сне. Обмануть законы физики суметь. Исключение из правил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, убываясь небесами, обвинить. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить, летать и успеть. Хочешь? Хочешь, научу тебя летать. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Ну, традиционная, да, песня такая, которую мы там заканчиваем, наверное. Слово, наверное, дает какую-то надежду самому, мне самому. Я просто сегодня, ну, очень близкие мне люди должны были сюда прийти, и, к сожалению, ну, не сложилось. Без них два генерала, один зам главнокомандующего ВКС, один генерал, ну, он уже уволился, но такой уникальный человек, да, как я ему в шутку говорю, очень славянское имя, Тофик Чельбиевич Султанов. Вот. Легендарный генерал, летчик, да, Мунина, потом авиация, военно-транспортная авиация, хотя всю жизнь пролетал на Су-25. И вот я помню, мы на проводах, когда его были, когда он уходил на дембель, это было сравнительно недавно, вроде я его так давно знаю, но всегда же что-то новое открывается. И тут выясняется, ну, среди там выступающих, там, биография, там, тра-ля-ля, оказывается, прежде чем поступить в летное училище, служил срочную службу в ГСВГ в Германии писарем. И я, просто у меня тост сразу родился, я встал и говорю, вот сегодня для меня кинофильм «Брат» наконец-то полностью стал понятен. Кем ты говоришь работал? Писарем. Сначала Чичу завалил, потом двоих наших, потом самого этого. И я сказал, Тофик Челебевич, теперь мне понятно, три ордена Красной Звезды, орден за мужество, орден мужества, орден за заслуги перед Отечеством и орден за 6 орденов на всякий случай. Писарем. Вот. Но у него вся жизнь на Су-25. Ладно, я всегда желаю всем нам, вам, мне и так далее, мирного неба. Чтобы мы могли вот так собираться, потому что, ну, к сожалению, мы видим, что происходит. В телевизоре, и в интернете, и, к сожалению, в реальности, и тем, кто сегодня воюет, хочется, чтобы они все возвращались живые, здоровые, как я говорю, ну, если уже про летчиков говорить, я все время желаю, чтобы из самолета каждый раз выбирались по стремянке. Мирного неба всем нам, и вам спасибо, что пришли. Как обычно, вылет срочный, знать, приезжали наших точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. На нашу планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых корах. Нам поставлена задача
Вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе. Там поляжет целый взвод. Запускаясь без газовки, техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке. Два грача идут нам за миллион. Смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе на разборке, ну и думай, не зевай. Внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля вопер орет. До ворот бросаю фобы, и на выходе ни слова. Словно я попал в ухо, заболтал самолет. Трассира как паутина, маневрируя активно. Живописная картина, как собраться в грачи. Прилетели, выручаем, с огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает, но разведка не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я заникаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я двухсотый груз. Нахрена пошел я в качу, вот Ульяновск. Все иначе, был бы дом, машина, дача и водил бы арбуз. Бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой. Кровь попадает под глаза, мне разъедает. И спасение от шары. Горячо, не просто жарко, оправдаю вниз подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПУ как пушка, танк, как ром, как выстрела у болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке из расходован БК. Имитирую атаки, выходить пора из драки. Ведь почти сухие баки, и подрываны пока. Мне подкочек отморозом, грач устало клюнул носом. Значит, весь я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Живая машина дышит, слово держит кто-то свыше. И в наушники я стою, полетовы. Спасибо вам. На обратном, да вернули. Позади снаряды пуля. Уравнение вернули. Держит в воздухе горячее. Борт летит на честном слое. А с носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье. Получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашюты хлопнут звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Будем жить! Мирного неба всем, дорогие мои, спасибо огромное! И, конечно же, будем жить, будем петь, поем еще обязательно. Мирного неба всем нам! Спасибо. Спасибо. Ой, предчувствие вы не обманули. Я просто когда гляжу на этот наш экипаж, а по-другому я не могу сказать, это действительно экипаж у нас. Бурно опять добро на взлет. Небо снова нас залет. И бетонка узбогом от кости. Набираем эшелон. И плевать нам на циклон.
Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах, все дожди оставив под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 0,5 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облака и болтает борт слегка, снова чай, в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом, на земле по сотке мы нальем. Командир на руку скоро наплевала на коридор, до ворот подхватка вся долой. Пусть земля запросы шлет, порт родит всех отошьет, нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. И пока автопилот удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, мы уже не на войне, шум ее до нас пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлю. Нам уже не привыкать в обязаловку играть, знал бы прикол, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас себе и ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Хотя мы все тут в гнезде, мы экипаж. Экипаж! Спасибо! Спасибо! Спасибо, дорогие! Ладно, самая-самая авиационная песня. Завтра рабочий день. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград.
Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать: стань над рекою зорьки летние встречать. Раз. Отвечала парню Влад, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанский лес густой. Раз. Здесь угленно, да мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Есть муглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. Том обиду я увидел, что с собой не позвала. По смуглянке, молдаванке, часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, да клён зелёный, лист резной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клён поем еще обязательно. И не только здесь. Всех жду всегда. 11 ноября. Будет время, приходите. И как грянем.